Репчатый лук, так же как и его зеленые перья, сотни лет применяются человеком в кулинарной сфере. Их ценят за острый и приятный вкус, а также за огромную концентрацию витаминов, полезных микро- и макроэлементов. Посадить лук на грядке очень легко, но чтобы собрать шикарный урожай, его надо периодически удобрять. Многие дачники любят удобрять лук не химическими удобрениями, а по народным рецептам, и правильно делают. Лук может даже обойтись без удобрений, но если в грунте не будет хватать полезных компонентов, то репки вырастут маленькими, а перья – тонкими. Более того, вкус лука и его качество тоже будет зависеть от питательности почвы. Если своевременно и правильно подкормить, то репки будут большими и твердыми, а перья – сочными и очень ароматными, плюс устойчивость лука к болезням многократно вырастет. Для начала необходимо подготовить почву по осени, внеся навозный раствор, а уже после того, как лук высадили, подкармливать его можно слабоконцентрированным раствором куриного помета в пропорции часть раствора на 10 частей чистой воды. Первую подкормку надо сделать через пару недель после всходов, когда растения наберут около 10 см в высоту. Подкармливаем столовой ложкой мочевины и 40 граммами суперфосфата на ведро воды. Одного ведра должно хватить на 5 квадратных метров грядки.